Почта нового формата на улице Бубнова после реконструкции открыто 12-е отделение связи. Ремонт шел 3 месяца. Поменялось абсолютно все – от интерьера до принципа работы с клиентом. В пятницу перерезали красную ленту и сразу же приступили к делу. Интерьеру, да, стало тепло, уютно, что еще нужно. И красиво. Ежедневно это отделение обслуживает порядка 350 человек. Новый офис готов принять поток и больше. У почтового отделения 2 зала. В одном 4 окна, в другом 2. Во-первых, в этом отделении добавлены операционные окна. Все время жалуются на очереди на почте. В этом отделении добавлены операционные окна. Потом здесь стоит электронная очередь, которая как бы более доступна для населения. Не секрет, что Почта России славится своей нерасторопностью. В отделениях нового образца такого быть не должно. Сотрудники ставят перед собой амбициозную задачу – обслуживать клиента за пару минут. Формат обслуживания подразумевает обслуживание клиентов в наиболее комфортной среде. То есть клиент при получении услуги не должен находиться в отделении более 2 минут. Время ожидания минимальное. Лайфхак отделения на Бубнова – возможность примерить посылку прямо на почте. Сейчас популярно заказывать одежду через интернет. Если вдруг вещь не подходит, ее можно тут же отправить обратно. В Иванове в этом году преобразятся еще 2 почтовых отделения. 22-е на Велишской и 9-е на Лежневской улице. Елена Белова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.